Всем привет. Давно я что-то вам ничего не снимал. Выходные, ничего не работало. Сегодня, кстати, вот работает. И Рэва даже работает, продуктовый магазин. Хотя сегодня воскресенье. Завтра мы идем уже наконец-то на учебу. Я думал, 2 недели будем учиться. Оказывается, недельку всего. И потом неделька у нас выходная. И с 22 числа мы идем на интеграционные курсы. Вот. Волнительно, конечно, но а что делать? Что-то я сегодня нашим однокурсникам написал. Давайте, говорю, пройдемся. Что мы как эти? Что-то никто не захотел. Не знаю почему. Но сегодня похолодало. Завтра написали по прогнозам. Вообще будет минус 3. Так что вот. А сегодня, видите, сейчас я переверну вам покажу. Все гуляют. Эти все гуляют. Ну, пасмурная погодка, конечно. Вот так вот. Так что, друзья, всех с Рождеством, всем мира во всем мире. В Украине так больше всего, потому что я из Украины. А вот, так что удачных вам и тихих в Украине выходных и Рождества. Всех люблю, целую. Пока-пока, пойдем пройдемся. Так сказать, подышим воздухом. То, наверное, поедем домой, делать нечего. А то что-то как-то серовато все. Видите, как-то все серенькое все. Вот. Всем удачки, пока-пока.